На острове Татышев монтируют самый большой в Красноярске ледовый городок. Почти все ледяные блоки уже доставлены, сейчас их расставляют по своим местам. Впереди самая кропотливая работа – монтаж и резка самих фигур. Пока они лишь приобретают свои очертания, более тонкую работу специалисты проведут чуть позже. Уже после этого ледовые шедевры приобретут свой холодный лоск и великолепие. Завершить работы планируют к 26 декабря. Торжественное открытие елки состоится 28 числа. Тема нашего городка – космос. Здесь появятся и на летающей тарелке Дед Мороз со Снегурочкой, появятся ледовые горки, много горок, которые мы монтировали в прошлом году, это 20 горок. В общем, лабиринты какие-то, арочки, через которых можно будет пройти, загадать желание, красиво сфотографироваться, много будет гирлянд, подсветки. То есть процесс сейчас идет полным ходом подготовки к празднованию Нового года.